Ну вот, и лед уже стал на водоеме. Наверное, тонкий еще. О, Игорек. Доброе утро. Ты что там делаешь? Да фонарчиками собираю. А, подключаешь? Да, да. О, ты аккуратненько, там наверху скользко, наверное. Да что со мной будет, я что в сапогах чё. О, ну аккуратненько. О, кто-то тут лазил по снегу. Или зайцы, наверное. Я надо же. Аккуратно. Что такое? Что такое? Где Игорек? Ёлки-палки, упал в речку и ногами дергает. Так, а кого же надо звать? Ой, ой. Ой. Серега, быстрее! Игорек упал в воду. Слышь, беги за людьми. Беги за людьми, давай зови кого-то. Вытай, веревку тащи. Лед тонкий, туда не зайдем. Фу. Что случилось? Да что? Упал, смотри. Игорек упал в воду, вон, глянь. Ну сапоги целые, ничего страшного. Он только их сделал. Да ты что? Выплывет. Выплывет? Конечно. Ну, успокоил. Сапоги, главное, целые. Ну успокоил, ну все, ладно. Ждем тогда.